О, капец, он валит, офигеть! О, бомбы, 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 Димон! А, он ко мне прыгает! Это круг смерти! Офигеть! Ау! Ай, у меня мало жизней! Здравствуйте, кэтогеймеры! Всем привет! Сегодня мы проходим... продолжаем играть! Birthday Party 2. Сегодня проходим вторую часть. В прошлой части нас пытался убить какой-то безумный клоун, а сегодня на наш день рождения приехали все друзья, и мы отправляемся в Африку. Надеюсь, в этот раз... Не в Африку, а в мир юрского периода. Может быть, мир юрского периода, я не знаю. Главное, чтобы нас сегодня не пытался убить клоун. Вот, так, заходим в автобус. Пойдем в этот, да? Погнали. Все заходим. Садимся, и наше путешествие сейчас начнется. Я надеюсь, все наши друзья присоединились. Это Jurassic World, кстати. Кстати, у меня наушники тоже Jurassic World. Да, прикольно. О, тихо. Добро пожаловать в путешествие в юрский парк. Все держите руки внутри автобуса. Откиньтесь на свои сиденья и наслаждайтесь путешествием. Я видел, там сейчас этот автобус летал у нас. Да? Да, он парил над землей. О! Опа, добро пожаловать на сафари-парк. Короче, наслаждайтесь видом, мы прибыли, наслаждайтесь видом, я сейчас к вам вернусь. Маршмеллоу. Отлично, дайте мне оглядеться. О, что случилось? Это что было? О, нет, наш автобус попал в аварию. Это был не самый опытный водитель наш, да? Возможно, нам потребуется время на восстановление автобуса. Я знаю, где мы сможем найти какие запчасти. Эй! Ты слышишь? Что? Мартышка. Ну да, мы же в парке, тут животные какие-то. А почему так такое все красное? О, пещера. Обезьяна только что украла наш рюкзак с запчастями. Нет, Брэнч, это ключ. А, да, ключ. Наш ключ, да, короче. Ключ, точно, точно, точно. Короче, давайте пригласим кого-нибудь на помощь. Да. Ребята, найдите палатку, а мы пойдем найдем помощь. Короче, нужно найти ближайшую палатку. Кабину. Ну, кабину, можно так сказать. Разбежались, вон она. Я нашел. Да, я тоже вижу домик. Первый я. Кабин, это, наверное, все-таки не палатка, да? Это кабина. Кабина. Кабина грузовика. Ладно, давайте. Мы нашли наш уютный уголок. Там уже кто-то спит. Да, теперь нужно обратно маме Кирилла сообщить, что мы нашли. А, день рождения у Кирилла какой-то? Да, сегодня день рождения у Кирилла. Надо сообщить маме, что мы нашли палатку. О, а что там, кто-то спит, что ли? Да. Да ладно. Так мы идем к маме сообщать. Да? Ну давайте, пойдемте. Ой, ребятки, вы нашли что-нибудь? Да, мы только что нашли наш домик. Он недалеко от дороги. Отлично, давайте отправимся прямо туда. Короче, мы отправляемся к палатке, а наш проводник остается у машины последить за тем, чтобы с ней больше ничего не случилось, да? Угу. Нифига, тут кабина прямо посреди джунглей. Ну, это нормально? Странно, да? Это вообще нормально? Это что-то странное. Да. Так, ну окей. Дайте зайти. Ничего странного, просто выглядит как обычный домик, да? Да, а на самом деле сейчас такой... Я надеюсь, что владелец домика поможет нам. Это мама говорит. Алло. Эй, эй. Блин, проснись, тут толпа детей долбится в двери, алло. Я сейчас ему окно выдолбил. Похоже, что хозяин спит. Давайте его разбудим каким-нибудь образом. Ержан, вставай, на работу пора. Надо найти что-то, чем его разбудить. Значит, надо найти какую-то палку или камешек или что-то. Нет, надо вот это. Она говорит, что надо найти что-то, чем его разбудить. Все ну, ищут. Какая-то труба? О, нашел. Кто-то нашел. Кто это? Лимончик, кренделек? А, крендель нашел. Давай. Один из наших друзей нашел, чем его разбудить. А что ты нашел? Бонгус. Барабаны? Он нашел барабаны. О, нифига. У нас какой талантливый кренделек на барабанах играет. О, он наконец-то проснулся. Бонго-бонго! Отлично, он проснулся. Так, кто-то там на крыше у нас тусит. Мы только что попали в аварию. И у нас была действительно жесткая авария. Может быть, вы можете нам чем-нибудь помочь? Он может нас отправить, короче, кому-то, кто может помочь нам починить наш грузовик. И у него есть некоторые детали для нас.
Но, блин, обезьяна украла наш ключ. И Роберт его зовут. И он говорит нам, короче, говорит о том, что ближайший путь до помощи через пещеру лежит. И нам нужно пробраться через эту пещеру. Это самый короткий путь. Окей. А мама ему сказала, да не вопрос. Раз надо пройти через пещеру, мы пройдем через пещеру. Отличный день рождения, да? Да. Ходим только и ходим, непонятно, что мы ищем. Даже тортики приготовили. Ты куда убежал? Я пошел в пещеру. Ты уже пошел в пещеру? Окей, говорит Роберт. Да, она закрыта. Так подождите, Роберт сейчас придет. Вы куда разбежались раньше времени? Просто. Вот они. А, вот здесь, надо вот сюда. Большая пещера, да, большую пещеру. А, нет, все-таки маленькую. Маленькую, да. О, это что такое? Эй, я там прилип. Похоже, дверь требует три, блин, я отвлекся. Три чит-кода. Да, найдите, короче, чего-то три что? Три гема. Три гема нам нужно найти, чтобы попасть в пещеру. Срочно ищем три гема. А зачем искать, если уже стрелочками помещено? Один уже найден. Давайте еще два гема. Мой. Ты чуть-чуть меня опередил. Я. Отлично, двери открыты. Погнали. О, паркур начинается, что ли? Ненавижу паркур. Ура! Так, Димон, не торопись. Я пойду сам последним. А. Короче, это единственный путь, как мы можем пробраться к той, кто может нам помочь. Да, жесткий паркурчик. Complete the obby. Ну, я думаю, все знают, что это значит. Так. Ой, какие все черные стали. Так. Я прохожу, Димон, ты как? Ты держишься? Я уже прошел, лол. И я сундук! Тоже... А, я чуть не умер. Я сундук нашел. Какой сундук? Вот тут. Смотри, сундук. Ты уже вышел на улицу, прикольно. А, ну вот я к вам присоединился. О, это было близко. Я никогда не был в этой пещере, поэтому не мог сказать, что здесь будет такая жесть. Было ли там что-нибудь ценное внутри ящика? Откройте это и узнайте сами. И чё? И чё? Блин, чё так лагает у меня? Так не только у тебя, у меня тоже. А мы, прикинь... Доминус Ауриус. У меня это... все лагает. Что-то с деревом началось. дерево не выглядит очень-то уж дружелюбным, да? Нужно убить дерево. Дерево? Давай, вали его. Нужно к нему близко подходить. Это первый босс. А мы проходим паркур. Я тут отвалился с кем-то. Я прохожу паркур заново. Что тебя убивает? Как его убить-то? Мы пришли к вам на помощь. А, мы не можем к вам пробраться, блин. У тебя топор есть, бери топор. Вали его, вали. А, он на меня смотрит. Осторожно. Давай, ломай его, руби. Как его ломать? Он не уменьшается, вообще не уменьшается. А может ему корни надо рубить? Ой. А гляди, вот сейчас надо, когда он остановился. Давайте, валите. Полюбасу надо, так. Давайте. Это как со звездой, да? Да, но только в определенный момент. Вот сейчас уже нельзя его убивать, сейчас надо отходить. Осторожно, главное не умереть. Я буду на нем кружиться. Блин, я не могу пойти. Он меня взял! Осторожно, блин, он у тебя жизни забрал. Это только начало прохождения, ты давай не умри. Вот, смотри, кого-то взяли. А, это Роберт. Он под ключки. Офигеть, вот Роберт повел нас, да, через пещеру. Лучше бы мы на дороге остались. Давай, рубим. Вот ну вообще, я туда не поехал. На это день рождения, да? Рубим. Вот сейчас. Давай. Ну! Есть, всё. Я убил его! Есть, отлично. Я убил. Вот так тебе. Вы самые храбрейшие ребята в мире. Спасибо вам, что вы спасли нас. Хэппи Лайн говорит, я просто рад, что все живы и здоровы. А Роберт что-то удивляется. О, нет! Блин, что там? Там что-то заваливается. Take cover! В укрытие! Деревья начали валиться. О, это было страшно. Это было неожиданно. Смотри, завалило пещеру! Особенно так, как это все произошло. О, черт! Похоже, что вход в пещеру завален, и мы теперь не можем выбраться. Артур спрашивает, и как же мы выберемся отсюда? Давайте осмотримся и найдем другой выход. Короче, цель найти другой выход. Я вижу какую-то лаву. О, кто-то нашел. У меня плохое предчувствие насчет этого места. Не, я уверен, что здесь все нормально.
Я слышал, что двери открываются, если зажечь вон те три огонька на земле. Когда они включены, ворота должны открыться. Короче, найти... Короче, надо как-то пройти пазл. Вот, цель. О! Собрать пазл надо. Ой. Нет, да. Нет, Ремсов, ты куда их двигаешь? Вы куда их двигаете? Надо их туда передвинуть, на ту сторону. Все правильно делать. Как-то надо их двигать. Только не уронить. Кто-то умер? Это Дримслов. Окей, аккуратно их толкаем. Ты толкаешь? Угу. Нет. Давай, давай, давай. Блин, а что такое? Давай. Они толкаются, потому что они очень тяжелые. Очень медленно толкаются, да? Нет, они тяжелые. Их нужно будет по цветам расставить вон на те кубики. Ты видишь, да? Да. Давай, давай, давай. Мы почти дотолкали. Окей, у нас только два, где там третий? Там же скажут, вау, мы самые умные. Так, вот так. Сюда. О, смотрите, у нас какая команда, блин, все работают, просто огонь. Так, что, последний остался, да, давайте. Да, вот этот кубик нужно запомнить на середине. Отлично, а вот и наши ворота открылись, окей, погнали. О, опять паркур, ненавижу обе паркур. Ура, ура, паркур! А, похоже, нам придется использовать все-таки вот этот длинный путь, да? О, воу, 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 что такое? О, май. О, что за звук? Ран! Ран! Блин! У меня ревайв, почему? За нами бежит, слизь! А, меня убило! Капец! Давай! Давай, беги, беги, беги! Жесть, меня сразу убило, вообще жесть. Аккуратно. Давай, давай, давай. Вот это жесть на скорость. Смотри, какой я быстрый. Давай, давай, ты главное не переусердствуй. Есть! Это кто тут стоит? Это... Роберт? Нет, это мама. Это мама? Как она здесь оказалась? Какая у нас турбо-мама? Смотри! А, она все еще за вами бежит. Оу, oh, ноу. No. Кто? Сейчас кто-то умер. Неважно, ты смотри. Кто у вас сейчас... О, нет, что делать-то? Что делать? Мама, держись! Оу, что там? О, у меня сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Мама хакер. Мама хакер. Похоже, что дверь открыта. Че, пойдемте, короче, пойдемте. Мы куда-то упали. А, и че? Я говорю, мы упали куда-то. Да, и мистер Нельсон говорит, какого? Что это за место? Это уже я спрашиваю. Это ад. Я не знаю, но выглядит... Оно страшно. Да. Давайте... Давайте, короче, не знаю, что сделать. Это я говорю, what? Да, короче, нужно использовать клавишу S. Это прижиматься. А! А! И прыгать. Ау! 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 Прыжок! Ау! Я сгорел! Ревьюв! А! Жесть! Я нажимаю ревьюв! Ревайв, да, сейчас тебе дам. Почему он мне не дает? Тихо, не нажимай много раз. Вот, все, все, все. Да? Да ладно! Да ладно, народ! Они мне не дали ревью сделать. Так, так, что теперь? О, вон она, смотри. Проходим, короче, еще раз по пути. Мама, читери! Мама, давай, бежим! Что делать-то? Мама хакер. Мама хакер, ну. Что дальше было? Я забыл, что было дальше. Так, все. А, все, да. Все, приготовились. Что тут у нас? Сейчас мы упадем. О, смотрите, дверь. Я надеюсь, что больше не будет никаких препятствий. И мы упали. Без родителей, прикинь. Прикинь, родители... А, сейчас, приготовься, S нажимать и прыгать. Родители там остались. Да, точно. Что это за место? S это пригибаться, прыжок это пробел. Дим, готов? Да. Погнали. О, жесть. Я ненавижу это задание. Есть, первый прошел, прыжок. Аккуратно. Блин, я задел. Там надо чуть позже прыгать. Есть! А! Я почти прошел. Давай, 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 Дим, нормально, нормально. Есть! Блин! А, да, жесть! Вообще режим бесячий. И... Фух. А что он в начале появился? Все нормально, с самого начала проходи. Ае! Все, все умерли? Я нет, прошел. Finally! Я выжил. Финально! Точнее, наконец-то! Жесть, мы прошли реально на строе. Капец. О, наконец-то свежий воздух. Ну все, погнали. Смотрите, целый... вон домик. Да, нам нужно в домик. Домик, это целый завод какой-то. Ну что, давайте посмотрим, что там.
Давайте. Погнали. А что я сам иду, смотри. Да, здесь как типа как, ну, это называется, как катсцена. А, нет, вот этот домик. А, вот домик, да? А. О, похоже, кто-то внутри. Там собачка давайте, спит. Давайте спросим. Может быть, он видел маму Роберта? Не он, а она. Погнали. Это я. Привет. Привет. Механик? Это механик? Прикольно. О, привет. Мы нашли механика, Димон. Да. Круть. Ребята, а что это вы тут делаете? Ну, короче, мы пришли на день рождения Кирилла, но все пошло не так. И все, короче, плохо. И Кирилла мама потерялась. О, маму Дженнифер зовут Кирилл. О, маму Кирилла зовут Дженнифер? Да. Короче, ваша мама приходила в мой магазин. Ваша история, конечно, интересная, но в нее сложно поверить, что у вас были такие приключения. И, короче, Кирилл говорит, что давай, помоги нам, пойдем чинить наш грузовик, да? И она такая... Так. Ой, бедные ребята. Да все нормально, Дженнифер. У нас все под контролем. Я обещала их родителям, что с ними все будет в порядке. Видел, там мама где-то в пещере в какой-то? О, мой бог, ребята, вы живы? Да, они пришли в мой домик, я их привел сюда. Спасибо вам так большое. Рад, что я смог помочь. Короче, напомните мне, какие нужны вам запчасти, Дженнифер. Все, я потерялся, короче, вообще. Короче, он пошел смотреть свои нужные детали в подвал. Он пошел поискать детали в подвале. Понял? Я уже стихами говорю. У него подвал? Он пошел искать в подвал. Или он нас отправил искать в подвал? Не знаю. Давай, смотри. Он в подвал или мы в подвал? Непонятно. Кто в подвал? This is непонятно. Да, и нас всего лишь трое осталось. И интересно, что мама не удивляется. Мистер Нельсон, она такая, да, ты рыжий кот. Да. Прежде чем продолжить, я должен поздравить вас с тем, что вы забрались так далеко. Мама такая, что? Роберт? Ну-ка, покажи им. О, нас посадили в клетку. А, не волнуйтесь, ребята, мы вернемся за вами. Пойдем, Роберт. Так, и чего? И что чего? За? Что за? Вот это да, блин, мы хорошие. Помощнички у нас. А, где мы? Что случилось с мамой? И она такая... Они, должно быть, похитили ее и вырубили. Так может, механик это монстр? Да, надеюсь, что она не в неприятностях. Давай смотрим, что нам нужно делать. Папа. Найти выход из комнаты. Давай, я залез, так. Да как ты залез? Не знаю. Помогите. Залез? Да. Давай, погнали. Так. О, главное не свалиться, блин. Я ненавижу эти всякие паркуры и обби. Я их просто ненавижу. Проходишь, Димон? Да. Воу! Мы только что сбежали. Получается, если первый кто сбежал, то всех телепортирует, да? Да. Окей. Что такое? Я рад, что вы смогли добраться до сюда. Я знал, что вы найдете дорогу раньше или позже. Это напомнило мне. Я думаю, вы поможете мне испытать мое последнее изобретение. А теперь давайте повеселимся. Блин, он походу над нами хочет сделать какой-то эксперимент. Задание. Выбраться из ловушки, черт! Что делать? Димон, ты знаешь, что делать? Нет. Хакерить нельзя. Там написано офлайн, нам нужно сделать онлайн. Капец! Как его убивать? Черт! Смотри, тут какие-то цепи. Да блин, кого-то убило там. Можно кликать на компьютеры. Можно кликать? Да. Жесть. Кликай по компьютерам. Я кликаю? Ну и чё, офлайн, видишь, все еще офлайн. А, смотри, я кликаю, у него жизнь уменьшается. Жесть, меня убило. Я кликаю. Давай, кликай. Что это? Что это черное такое происходит? RRQ, это мы код подбираем, Димон, ты понял? Осторожно! Убегай. Давай, еще. А где ты? Да, я вижу жизнь. Все. Давай. Блин! Вон он. Капец, он валит, офигеть!
Блин, подожди, надо кликать, походу, в определенный момент, не все время. А-а-а, жесть какая. Мы вдвоем! Да я понял, что мы вдвоем, подожди. А-а-а, вот, давай, вот сейчас. Есть, мы подбираем. А, вот на эти, вот на круги, Димон, нажимать. Все, я понял, блин. Это надо кнопки нажимать, капец. Есть, я подобрал. Жесть. Ты понял, что там надо делать? Это вообще трешак какой-то. Нет. Там надо нажимать клавиши, которые летят вот эти вот. Их надо нажимать в красных кружках, понял? Да, я знаю. Жесть, это так непросто будет пройти. Ты вообще офигел у нас. О, бомбы, Димон. А, вы ко мне пробили. Капец. Так. Ты что нас убить хочешь? Вообще какой-то безумный доктор. Когда они зеленые, тогда можно, понятно? Понятно? Да, я понял. Когда тут написано онлайн, значит они могут. Да, тогда у нас появляется доступ к сети. Да. Жесть, бомбы. Они прям ко мне катятся. Капец, меня рвануло. Это круг смерти. Офигеть. У меня мало жизней. Ничего, давай вот сейчас приготовься. W. R. D. R. C. У нас чуть-чуть ему осталось. Димон, давай, держись. Да. Тихо. Я ревайвну. А у меня нету пока, у меня последняя осталась. T. S. Q. Q. T. R. A. E. Q. R. S. Есть. Все. Вальнули. Да ладно. Что? Чё там? Смотрите, ручник, ой, рычаг. Так, и чё? Портал. Оу, май. Это что такое? Это наш выход домой? Оу, портал. Наконец-то мы можем отсюда выбраться. Подождите, а где мама? Это она... А, да, она, наверное, так закричала. Вот она ломится, мама, нифига она прыгнула. Вау, мама, он преследовал меня по коридору. Кто? Роберт, я смогла убежать от него после того, как он схватил вас. Похоже, я задержала его там, в той зоне. Неважно, это неважно, давайте отсюда выбираться. Давай, что, побежали. Роберт злой? Роберт, похоже, смотри, все сделал. Смотри, все, last birthday. Все, мы прошли, что ли? Мы убили механика, мы прошли, мы оставили Роберта где-то в комнате. Короче, круть, огонь и жесть. Классно. И спасибо игрокам. Да, на экране написано спасибо игрокам. Да, спасибо нам. Мы прошли такой крутой обе. Ну, короче, да. Это было Birthday Party 2. Здесь, походу, одна концовка. Здесь очень нету разных концовок, да? Вечеринка. Реально, да, в скобочках нет. Потому что там очень смертельно. Это было очень сложно. Я бы не хотел такой в реальности. Я бы тоже не хотел. Ладно, наши друзья погибли на пути. Ты видел, сколько нас было в начале, сколько нас осталось. Все, давайте, друзья, покойтесь с миром. В следующий раз мы продолжим. На этом на сегодня все. Всем пока!